Существует большой потенциал в развитии морского бизнеса, управлению и эксплуатации флота в регионах Азовского, Черного, Мраморного и Средиземного морей. Наши исследования показывают, что судно «Река-море» старше 1975 года выводится из эксплуатации на металлолом. При этом объемы постройки новых судов для замещения старого флота несоизмеримо малы. Практика показала, что при покупке судна стоимостью в районе 1 миллиона долларов его окупаемость составляет от 3 до 5 лет. Исходя из соотношения рисков, объемов инвестиций и остаточной стоимости, приобретение судов даже в условиях кризиса является целесообразным. 2-6 судов позволяют поддерживать постоянный оборотный капитал, необходимый для эксплуатации флота и его обслуживания. Основной груз – это уголь, металлолом, бревна и пиломатериалы с направлением на порты Турции. Прибыль одного судна – 250 тысяч долларов в год. За 4 года судно полностью окупается. Судно эксплуатируется в течение 3-5 лет на износ, после чего отправляется на металлолом за 50-70% от цены покупки.